Привет, друзья! Меня зовут Светлана, и я представляю магазин брендовых очков Optic Mall. И сегодня я хочу представить вам солнечные очки бренда Alexander McQueen. Alexander McQueen – британский дом моды класса люкс, основанный модельером Ли Александром Маккуином. Широко известен своими высококачественными модными изделиями, включая одежду, обувь, аксессуары и, конечно же, солнцезащитные очки. Сила и хрупкость, свет и тьма, инновации и традиции всегда соседствуют в изделиях бренда. В Alexander McQueen основное вдохновение черпается как из традиций, так и из оригинальности британской современной творческой культуры. Солнцезащитные очки Alexander McQueen обычно представляют собой модные и стильные аксессуары с уникальными дизайнерскими элементами, которые подчеркивают индивидуальность и утонченный вкус их владельца. Эти очки часто отличаются оригинальными формами, деталями и использованием инновационных материалов. Бренд использует различные узнаваемые декоративные элементы и детали. На примере нескольких моделей очков в обзоре мы рассмотрим несколько из них. Первая модель – 0367S. В данной модели используется знаковый элемент для изделий бренда, а именно череп – одновременно темная и романтичная деталь, олицетворяющая готическую сторону модного дома. Ободковая оправа формы навигатор в данной модели плавно перетекает в заушник. Создается эффект монолитной конструкции, так как механизм крепления заушника закрыт черепом. Выполнено из металла золотистого цвета. Линзы коричневого цвета сделаны из поликарбоната и создают максимальную степень защиты от солнечных лучей. Следующая модель в обзоре – 0330S. У этой модели выделяющимся элементом является граффити. Вдохновение для граффити Alexander McQueen черпает из жизни Лондона 70-х годов и панк-движения. В итоге получилась окончательная работа McQueen Graffiti Art. Граффити впервые было представлено в мужской коллекции и следом распространилось на женские линейки. Данная ярко-розовая модель полностью выполнена из ацетата и имеет овальную форму. Сам стиль и форма отсылают к американской моде 60-х. Получается, что с помощью граффити на заушнике как бы соединились две модные эпохи. Линзы сделаны из поликарбоната с максимальной степенью затемнения и имеют серый градиентный оттенок. Третья модель 0340S и третий элемент декора – шипы. Шипы остаются одним из главных кодов эстетики Alexander McQueen. Дом представляет этот основополагающий элемент по-новому каждый сезон во всех категориях продуктов. Шипы, как и черепа, напоминают мрачный бунтарский дух британского панка и готическую сторону бренда. В то же время их использование является синонимом мастерства и внимания к деталям, что является частью ДНК Alexander McQueen. Модель «Бабочка», сделанная из черного ацетата, по бокам рамки изделия располагаются шипы. Линзы с максимальной степенью затемнения имеют градиентный серый оттенок. Четвертый элемент, используемый брендом, это кромка. Рассмотрим данный элемент на модели 0399SA. Источником вдохновения для кромки McQueen послужила ткань для портняжного пошива, где традиционно край ткани отделывается кромкой, чтобы предотвратить ее изнашивание. Alexander McQueen использовал эту деталь ткани, чтобы создать новый знаковый элемент бренда. Представленная модель имеет квадратную форму и вся сделана из красного ацетата. И, конечно же, самый основной акцент в этих очках располагается на заушниках с помощью той самой кромки с надписью бренда посередине. Дополняют полноценный образ градиентные поликарбонатные линзы коричневого оттенка. Как итог, очки данного бренда всегда подчеркнут вашу индивидуальность, а такие элементы, как череп или шипы в очках, добавленные к вашему образу, создадут брутальный стиль. Все модели бренда поставляются с фирменным кейсом, мягким мешочком и салфеткой из микрофибры. Ознакомиться с коллекцией Alexander McQueen можно в нашем магазине на Краснопресненской, а также на сайте opticmall.ru. Ждем вас в нашем магазине!